Скарлетт приглашает вас в лабораторию хорошего настроения. А как работает соковыжималка внутри? Для начала нужно ее включить в сеть. Втыкаешь штепсель в розетку. Соковыжималка начинает работать. У нас загорается жидкокристаллический кран. С его помощью выбираем нужную нам программу. Нажимаем на кнопочку «Старт», и соковыжималка начинает работать. А как эти кнопки сообщают соковыжималке, что делать? На плате управления установлена микросхема, в которой заложена программа управления соковыжималкой. При нажатии кнопки «Пуск» на плате управления включается реле, которое замыкает контакты и подает ток на электродвигатель. Двигатель начинает работать и приводит в движение фильтр-щетку, который в свою очередь начинает быстро крутиться и перетирать фрукты, отделяя сок от жмыха. А давай сейчас включим и посмотрим, как быстро двигается стерка. Ты предложил очень опасную вещь, и слава богу, это невозможно сделать в этой соковыжималке, потому что в этой модели очень продумана система безопасности. На крышке есть небольшой выступ, вот он. Он, в свою очередь, нажимает на микровыключатель в корпусе соковыжималки. Микровыключатель замыкает провода, которые идут к электродвигателю, и только тогда соковыжималка будет работать. Без плотно закрытой крышки мы не сможем включить соковыжималку. Вот смотри. Видишь, соковыжималка не работает. Теперь мы закрываем крышку. Соковыжималка включается и может работать. Ух ты, я бы никогда с такой силой не выжил бы.